Примечательно, что мужчина упал в зону, уже оцепленную полицией. Там искали подозрительный предмет из-за сообщения о взрывном устройстве. По словам прохожих, под одной из машин была обнаружена граната, предположительно F1. Ради безопасности были эвакуированы школьники сразу из двух лицеев, номер 37 и лицея-интерната естественных наук. 8:30 в отдел полиции, номер 6, поступило сообщение от гражданина, что у дома 64/70 по улице Советской он обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно были стянуты сотрудники патрульно-постовой службы, а также охрана для оцепления территории. С ближайших зданий была произведена эвакуация граждан из школьных заведений и эвакуация школьников. В настоящее время данный предмет направлен на исследование. Проводятся оперативные мероприятия, следственные действия. На месте сразу двух ЧП работали сотрудники правоохранительных органов, ОМОН, скорая помощь, пожарные расчеты и специалисты МЧС. Саперы с помощью оборудования достали объект, похожий на гранату F1, и переложили его в специальный бидон. Подозрительный предмет отправлен на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить, было ли это боевое оружие или же муляж. Многие связали два события в центре города воедино. Особенно после того, как появилась информация, пока она не подтверждена силовиками, что в квартире у мужчины, выпавшего из окна, найдена ЧК от гранаты.